Один человек погиб и десятки пострадали на севере Германии в результате обрушения торнадо. Сильные штормовые ветра, достигавшие 120 км в час, вызвали серьезные разрушения в нескольких населенных пунктах. Сильнее всего от стихии пострадал небольшой город Бюцов, улицы которого оказались погребены под слоем обломков и мусора. В Гамбурге непогода парализовала движение автобусов и поездов. Спасатели утверждают, что нанесенный стихией ущерб еще только предстоит оценить. По словам синоптиков, в ближайшие несколько дней на Германию обрушится еще несколько сильных штормов. «Я собирался пойти в детский сад, где был родительский день», — говорит местный житель. «Облака были очень странные. Я вышел на улицу, и меня чуть не сбило с ног ветром и дождем. Безумие какое-то».